И в заключении выпуска расскажу о новом арт-объекте, который появится в Перми. Скульптурная композиция «Лампочка Яблочкова» в виде изобретения, покорившего когда-то Париж, станет украшением нового сквера в краевой столице. Разместить новую скульптуру планируют в сквере имени Яблочкова, строительство которого сейчас продолжается в Пермском микрорайоне Красново. Эскиз нового арт-объекта сегодня опубликовал в соцсетях оргкомитет проекта «Пермь-300». Напомню, Павел Яблочков изобрел и запатентовал электрическую свечу. В честь изобретателя в Перми появится интересная 3D-конструкция, с помощью которой любой сможет очутиться внутри лампочки.